Мы сейчас находимся в Чёрчилль, тренажерном зале, в боксерском зале Чёрчилль, и со мной находится Том Лофлер, конечно же, Али Ахмедов и его брат Роман Ахмедов. И сегодня мы здесь будем с ними разговаривать. Я видел лично, как тренируется Али Ахмедов. Это просто зрелищно. Я вам так скажу, будет просто будет офигительный бой, дамы и господа. Али, как твои дела? Как подготовка? Я чувствую себя отлично. Супер. Мы возвращаемся в ринг, я с нетерпением жду этого. Супер. И с нами, конечно же, Том Лофлер, легендарный промоутер Triple G Promotions и Геннадия Головкина. Том, how's it going? It's great. We're happy to be here at the gym with Ali. Triple G was here earlier today. Roman has been by his side the whole time during the training camp, so we're excited. Ali's going to get back into the ring. It took him a long time to get back into the U.S. because of the whole COVID situation, but now he's fighting. We're happy he's here now. Saturday night, Albuquerque, New Mexico, against a solid opponent, so we're excited to have him back in the ring. Fantastic. Роман, what do you think? Couple thoughts in English, if you can. Шучу просто, можно на русском. Все, ребята, с вами был Самир Азизи. Всем большое спасибо.